Но ты все равно прекрасней меня. Ты серьезно? Не поверишь, а я хотела быть похожа на тебя. Думала, ты как всегда затмишь всех. И, если честно, это твое платье на мне. И я у тебя в шкафу всю ночь провела. Что ты сделала? Так вот кто сломал мои черные туфли. Прости, Анжела. Ладно, я не злюсь. Они все равно не подходят к этому платью. Наверное, не надо пытаться быть похожей на кого-то. Надо быть самим собой. Да, Барбусик, ты права. Быть лучшим актером года – это большая честь. Спасибо за поддержку моей семье и моим питомцам. Тузику, и Кеше, и Анжеле. Анжела – это не питомец, моя помощница. Привет, с вами Бетти, и я рада сообщить вам, что мы запускаем ежемесячный розыгрыш. У меня накопилось очень много призов из прошлых розыгрышей, победители которых так со мной и не связались. Поэтому, если в течение... месяца победитель не выходит со мной на связь, мы будем снова разыгрывать эти призы. Конечно же, добавлять новые. Давайте посмотрим призовой фонд на сегодня. Набор Steffi Love, куколка и три малыша. Куколка Monster High Frankenstein. Японская куколка Джинни, школьница. Куколка подросток из коллекции Skipper Babysitters Incorporated. А теперь самое главное, что нужно делать, чтобы принять в розыгрыше. Конечно же, быть подписчиком моих двух каналов. Бетти Паппет и Бетти Паппет Джуниор. Поставить лайк этому видео и написать совершенно любой комментарий. Победитель будет выбран случайным образом 5 апреля. Смотрите результаты розыгрыша в одном из моих видео. На этом, ребята, я с вами прощаюсь. Всем удачи! Пока-пока! Надоело ходить с города в город ногами, а ноги устали, что падают. Зачем страдать? Покупай модную машину. Весит 4 тонны. Имеет 65 тысяч лошадиных сил, умеет ездить по крыше дома. Вот мы сейчас продемонстрируем. Мы можете даже ездить на красный свет, и вам за это ничего не будет. Один лайфхак. Если вы сбили человека, скажите полиции, что вы скорая помощь и вас не посадят. Модная машина. Тебе будут завидовать. Можете покупать без водительских и авторских прав. Любим. Попробуй-ка каши Геркулес. Геркулес. Это настолько полезная каша, что его Геркулес готовит на заводе. Ешьте кашу Геркулес. Поднимет вам до небес. О, где мой чай? Иду, иду. Вот тебе чай. Слушаю тебя, няшный голос. Ты умеешь петь? Сейчас попробую. КХМ. Золотая чаша, золотая! Раз ты в новом унитазе, то заодно очисть говно от унитаза. Компания «Золотая чаша» сделана при поддержке туалетной компании «Азимут». «Золотая чаша» — ведь это мой любимый чай. И «Азимут» — унитаз, который наполняет ароматом чая. В самых простых вещах дети умеют находить что-то любопытное. Чтобы зарядить их умы для новых идей, нужно немного вдохновения и полезный завтрак Несквик с цельными злаками, железом и витаминами группы В. Несквик – навстречу большим возможностям. Вырезайте мини-карточки Уна из промо-пачек Несквик, Сини Минис и Космостарс. Все равно купят. Все равно купят. Все равно купят. Не переплачивай посредникам. Покупай напрямую у производителей. Скачай Джум. Международная доставка от 7 дней. Бесплатно. Эй, чувак, почему такой грустный? Включи вот это, и жизнь станет ярче.
Надоели чипсы и сухарики? Тогда иди на базар к своему другу. Он продает вкусную штуку под названием пакетик травы. Оно очень вкусное, со вкусом мятной конфеты. Только осторожно, едет полиция. Сидишь. Леди и джентльмены, позвольте.